Смотрите, полиция с касками, во всем обмундировании, с дубинками даже. Ё-моё. Да, вот это да. Даже с дубинками. Так как это? Чего себе, ой-ой-ой, что там творится. Вот, видите, я иду. Ну, так же намного интереснее, правильно? Очень много народу. Да, надо было чуть пораньше выходить. Ну ладно, ничего. Да, вот идут. Дубинка шевелится. Это я первый раз в своей жизни вот так вышла. Ну, я имею в виду, что вот полицию вижу. Как они. Сколько? 12 уже. Уже 12. Вот наш флаг. Тоже ветерок есть, но нормально. Да, так что здесь намечается конкретно что-то будет. Ну, сколько люди терпят. Сколько можно терпеть. Наверное, терпение лопнуло. Не знаю, к чему это все приведет. Но пока так. Что людям остается делать? Все мы люди. Как говорится, все хотим жить хорошо. Кто-то лучше, кто-то чуть похуже, кто-то чуть получше. Ну, вот так. Да, народу много. Не знаю, как в прошлый раз все, кто те прошлые разы. Все, ладно. Ждем дальше, что будет. Все, всем хорошего дня. Выложу где-то через часик видео. Не раньше, чтобы меня не заблокировали.